В Ивано-Франковске прошло заседание по делу журналиста Руслана Кацабы, который был арестован по обвинению в государственной измене за призывы бойкотировать мобилизацию в так называемую зону АТО. Городской суд Ивано-Франковска продлил срок содержания под стражей журналиста и блогера Руслана Кацабы, который обвиняется в государственной измене. Согласно вынесенному решению суда, арест продлен еще на 60 дней. Заседание суда началось с небольшого конфликта между подсудимым и представителями правого сектора, которые держали в руках листы с надписями «Сепаратизм не пройдет», «Правые за правду». Кацаба, в свою очередь, назвал их клоунами в камуфляже. Ты кто такий? Псевдо скажи, де був воював? Скільки людей вбив, придурок? Придурок, скільки ти людей вбив? Чим ти хвалишся, дурнику? Для чого ти тактичні рукавиці одягнув? Ти що, зараз стріляти будеш? Клоун ти нещасний. Заседание вела судья Леся Зеленко. Предыдущий судья Владимир Попович был мобилизован. С самого начала процесса по делу Кацабы был запасной судья. Заслушали четырех свидетелей, в том числе двух журналистов, один из которых был в плену. Сам Кацаба обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения, срок которого истекает 6 июня. Журналист пообещал никуда не бежать, потому что должен себя оправдать. Однако, поскольку статья по обвинению в госизмене этого не предусматривает, подсудимому отказали. По словам адвоката подсудимого Татьяны Монтян, журналисты проявили себя очень позорно. Они не понимают, что завтра закроют и их за какое-то другое высказывание. Им вернется то, как они отнеслись к Кацабе. 112 канал и независимый медиапрофсоюз его просто предали. 112 канал заявил, что он у них не работал, и вообще они не знают, кто он такой. А независимый медиапрофсоюз заявил, что членский билет ему выдали по ошибке.